Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, официальный партнер Инвестиционной академии Альпарис в Санкт-Петербурге. У нас сегодня вторник, 25 июля 2017 года, и у нас ежедневный обзор финансовых рынков торговли без индикаторов. Хотелось бы попросить уважаемых слушателей отметить качество картинки и звука, как меня видно, как слышно. Спасибо, Татьяна, за ответ. Ну что ж, начнем наш семинар. Хотелось бы отметить сразу, сегодня вторник, завтра в среду состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет решаться вопрос дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Публикация решения будет отображена завтра в 9 часов вечера по московскому времени. Сложно сказать, почему нету пресс-конференции от Джанет Йеллен. Посмотрите, пожалуйста, вот. 21.00. Решение по ставкам. Нету здесь у нас комментариев от представителей ФРС. Ну, соответственно, может быть, можно предположить, что, скорее всего, процентные ставки, наверное, не повысят. Здесь вот отражаются ее ожидания. Можно в интернете найти процентное соотношение ожиданий по повышению либо не повышению процентных ставок завтра. Там, может быть, будет это все видно. Кроме того, завтра ВВП по Германии в 11.30 ожидается публикация, данные смешанные. Не забываем про данные из США в пятницу, это ВВП. Посмотрите здесь, годовые данные ВВП, данные тоже, в принципе, смешанные. Ожидает годовой отчет ВВП более почти в два раза выше предыдущего, но ценовой индекс ВВП ожидает снижения. Вот. То есть данные будут несколько смешаны. Но тем не менее, все это будет являться, наверное, поддержкой американского доллара. Поэтому все новости, которые в течение этой недели будут публиковаться по разным регионам, естественно, их надо рассматривать в контексте выхода американских новостей. Но все, уходим с новостей. Переходим к техническому анализу, смотрим, какая ситуация сложилась здесь на графиках и есть ли варианты для торговли. Сразу скажу, что завтрашнее заседание ФРС будет носить коррективы в активную торговлю, то есть я бы рекомендовал все-таки снизить активность и торговать исключительно только по сигналам, которые возникают в плане однозначности. И обязательная дисциплина, правила постановки стоп-лоссов. Недельный график стоит пробойно выше предыдущей вершины. В рамках нисходящей тенденции данное движение, возможно, было коррекционное движение. Осталась последняя преграда перед возможным более высоким коррекционным подъемом. Вот такой характер, как это было при падении вниз. Цель этого подъема – набор позиций при данной консолидации – в случае, если цена обновляет предыдущую шину. Но предполагается, что данная консолидация она сохранится дальше. Ну, посмотрим. Пока что настроение все-таки краткосрочно более наверх, нежели вниз. И очень хорошо эту позицию, ситуацию отмечает дневной тренд. Посмотрите, вот он, этот дневной тренд. Так, уберу я лишние линии, чтобы они вас не смущали. Вот. То есть торгуем именно вот эту тенденцию. В этой тенденции мы видим, после коррекционных откатов рынок обновляет предыдущую шину. То есть на дневном графике может быть хорошая, даже достаточно хорошая просадка перед дальнейшим ростом наверх. Будем наблюдать вот за характером вот этого коррекционного отката. Для того, чтобы встать наверх, в случае, пока цена находится в этом канале, так как канал очевиден. Ну и плюс еще ситуация связана с тем, что данное движение может продолжить свой рост с текущего уровня. Для этого смотрим часовой график, наблюдаем за характером движения цены. Вот эти ступеньки, так называемые, давайте их рассмотрим более подробно на другом графике. Вот здесь вот евро-доллар. Вот они, эти ступеньки, я вам показывал.
Сегодня, кстати, на базовых принципах я буду рассказывать, отмечу вот эти самые ступеньки пресловутые. Значит, идея здесь такая, когда рынок выполняет правила формирования тенденции, которые мы здесь наблюдаем, мы отмечаем верхний уровень и отмечаем коррекционный откат. Что это значит? После пробития предыдущего шины рынок корректируется. Любое снижение вниз к этой впадине – это коррекционный откат. Поэтому любое снижение низ используем для возможности для входа в рынок наверх. Либо цена может уже вот в этом движении, сформировав коррекционную структуру, отсюда возобновить свой подъем. Есть для этого основание, так как цена вышла из ценового канала, плюс сформировала разворотный канал наверх. То есть рыбаль цена может отсюда пойти наверх. Здесь уже произошло пробитие одной из опорных точек. Если мы сейчас здесь покупаем, то стоп ставим за эту впадину. Либо если цена падает ниже, то тогда ждем более глубокую коррекцию, оптимизируем линию тренда вот такого плана и смотрим, как цена будет двигаться вот в этом канале. И, соответственно, если цена все-таки уйдет ниже, будем наблюдать за тем, как рынок будет пытаться возобновить свой подъем. Опорной точкой здесь будет являться пробитие данной вершины. То есть в любом случае, либо мы торгуем отсюда, покупаем, используя данную разметку как сигнал для покупки, либо если цена идет ниже, ставим стоп-лосс, срабатывание стоп-лосса, ждем вот этого коррекционного движения более глубокого. Я предполагаю, что если цена все-таки пробьет эту впадину, коррекционное движение низ будет очень глубоким, по характеру напоминающий вот этот подъем. То есть здесь очень важен тот самый момент, о котором только что говорил. Если вы покупаете, обязательно надо ставить жесткий стоп-лосс, так как можно нарваться на вот такую глубокую коррекцию. И самое обидное то, что рынок с текущих уровней может возобновить свой подъем и обновить эту вершину. То есть вот такая ситуация. Это что касается евро-доллара. Можно ли торговать 5-минутки? Торговать 5-минутки можно в случае, если для вас движение очевидно. Вот я здесь демонстрировал эти 5-минутные разметки. Вот они. В текущем моменте, посмотрите, если мы рассматриваем коррекционный откат завершившимся, вот он, коррекционный откат, такое бы потом он получил ускорение. Вот оно ускорение. И вот в этом ускорении рынок развернул тенденцию наверх, посмотрите, сформировав разворотный канал наверх. Вот он. Появился фактор ускорения, сигнализирующий о том, что если цена не коснется линии поддержки с текущих уровней, возобновить свой подъем, то эта вершина будет обновлена с целью попытки обновления данной вершины. То есть сейчас надо принимать решение. Тем более, что произошло пробитие опорной точки, вот здесь вот прокол, видите, да? То есть в текущем моменте надо использовать возможность покупать. Постановка стопа за вот эту впадину. Обязательно ставить жесткий стоп-лосс, потому что можем нарваться, как я уже говорил, вот такое падение вниз. Почему? Потому что в этой области цена именно так вот падала. Здесь, соответственно, также будем падать и здесь. Очень хороший момент для активной торговли, как наверх, так и вниз. Будем наблюдать, друзья. Если вставать вниз, то есть где искать сигнал на продажу, то в этой ситуации вы должны тоже делать разметки. Например, если цена в текущем уровне, с текущего уровня все-таки пробьет предыдущую впадину, то в этой ситуации надо понимать, что будет сформирован разворотный канал вниз. Вот такой вот. И в этой ситуации очень важное значение будет иметь именно характер движения цены. То есть прокол линии тренда, вот эта линия тренда. То есть мало того, что надо пробить предыдущую впадину, необходимо еще проколоть линию тренда. Дальше ждем слабый коррекционный откат, будет ли он до верхней границы или нет, или где-то вот до этого уровня, либо он может вообще быть ничтожным. Самое главное, чтобы в этой структуре, то есть в этом коррекционном откате наверх была структура. И вот в этой структуре сигнал для входа в рынок будет пробитие опорной точки. То есть можно будет пытаться встать в продажу, используя данную разметку вниз. То есть технически обоснованная продажи и технически обоснованные покупки с текущих уровней. Это у нас доллар и евро, евро-доллар. Смотрим, смотрим британский фунт. Британский фунт, недельный график, тенденция, наверное, сохраняется. Дневной график нам демонстрирует уверенную тенденцию наверх. Произошло обновление предыдущей вершины, идет коррекционный откат. Но я предупреждал, что вот в этом движении отсутствует структура, хотя бы вот такая структура. Поэтому вполне вероятно, что рынок может уйти в более глубокую коррекцию. Значит, для этого движения значимым уровнем является предыдущая впадина в рамках восходящей тенденции. То есть, если мы вот при подходе к этой впадине, желательно, конечно, чтобы цена осталась в канале, сформируя структуру, подобную такой вот трехволновой, то повод для входа в рынок будет являться пробитие опорной точки. Но это дневной график.
сколько времени будет формироваться подобный сигнал, сказать сложно. Либо цена может, конечно, и отсюда сразу уйти наверх, без формирования такой структуры. А в этой ситуации тогда ему надо использовать дневной часовой график. Часовой график. Либо мы дневную разметку смотрим, да, входим в рынок наверх, либо мы открываем часовки, и вот посмотрите. Очень показательный пример. Но здесь есть такая проблема, которая говорит о том, что рынок, возможно, формирует пятую волну. То есть, что это значит? Диагональный треугольник, предполагая в данном случае, это пятая волна. То есть, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Четвертая, пятая пошла в виде диагонального треугольника. И это грозит хорошим обвалом вниз. То есть, в принципе, здесь тоже обоснованное движение вниз, как и по евро-доллару. Но в текущем моменте пока такого сигнала нету для такого резкого падения. Здесь наоборот сигнал тому, что надо искать возможность покупать. Посмотрите, пожалуйста, пробитие произошло, был коррекционный откат, и цена вышла из этой структуры, сформировав критерии разворота тенденции. Что это значит? Был канал вниз, теперь сформировался канал наверх, в котором есть фактор ускорения. Вот он. Поэтому слабая коррекция вниз, если цена при этом движении не касается линии поддержки, и пробивает опорную точку, если пробивается опорную точку, то здесь уже был повод для входа в рынок наверх в расчете на попытку обновления последующей вершины. Если и она будет взята, то это тоже повод для того, чтобы здесь добавляться. Цель этого подъема будет обновление предыдущей вершины, но здесь я предупреждаю, друзья, еще раз, формируется диагональный треугольник, который может завершиться весьма серьезным падением вниз, вот таким образом. Так как это завершающая структура, пятая волна. Но пока этого нету, торгуем текущую ситуацию в расчете на дальнейший рост наверх. Есть ли сигнал для входа в рынок в продажу? Да, есть. Лучше, если цена с текущих уровней. Посмотрите, чтобы вам было понятно, логика. Да? Здесь будет формирование разворотного канала. Можно попытаться проскальпировать данное событие, то есть вот он канал наверх, и если цена с текущих уровней упадет вниз и обновит вот эту впадину, то сформируется разворотный канал. Достаточно сложная разметка для торговли, но для рискованных клиентов можно попытаться здесь встать в продажу, так как рынок может любую секунду вспомнить ФРС и попытаться купить доллар. Да? И вот для этого есть техническое обоснование, чтобы вот это движение развернуть вниз. Но я эту ситуацию не рассматриваю как возможность для торговли. Все-таки рассматриваю большую возможность для дальнейшего роста. Хотя и такой вариант тоже, в принципе, нормальный в плане того, что цена может идти более глубокую коррекцию вот к этой впадине. И отсюда возобновить свой подъем. И, в принципе, можно попытаться это заработать вот на этом падении. То есть порядка больше, ну, порядка 150-200 пунктов. Вот такое движение, в принципе, очевидно. Возможно. Это у нас британский фунт. Можно ли торговать 5 минутки? Да, можно. Посмотрите, я здесь сделал разметку. Здесь вот появились признаки замедления тенденции. До этого момента мы строили лесенки. Произошло пробитие как подтверждение тенденции наверх. Но рынок развернулся и пробил предыдущую впадину, откуда был рост. Вот он, видите, да? И сейчас цена не может взять вот эту вершину. То есть идет консолидация, глухая консолидация, боковая. Даже близко не может приблизиться к предыдущей вершине. Поэтому очень высокий риск того, что рынок может отсюда возобновить свое падение вниз. И тогда сформируется разворотный канал. Потому что есть нарушение права формирования тенденции наверх. Вот это первое правило. Вот оно. И цена не может возобновить подъем с целью обновления предыдущей вершины. И если отсюда цена падает вот с текущих уровней ниже предыдущей вот этой впадины, то тогда мы увидим, в принципе, возможно разворотный канал, формирование разворотного канала вниз. Вот эта вот впадина будет пробита вот таким образом. Тогда, пожалуйста, стройте канал разворотный, и мы можем попытаться взять вот этот подъем и вот этот разворот вниз. Но движение вниз будет все равно ограничено, так как тенденция пока не предполагает такой глобальный разворот, поэтому... Хотя с любого разворота возникает совершенно неожиданно, да, как и с любого уровня может наступить этот разворот. Ну, в принципе, вот этот момент можно использовать для активной торговли. Желательно, чтобы вот в этом движении цена проколола линию тренда, вот, сформировав так называемый фактор ускорения. Да. Тогда ждем слабый коррекционный откат наверх и в этом движении встаем в продажу. Можно будет и так вот поработать. Это британский фунт. Смотрим российский рубль.
Российский рубль сегодня корректируется, укрепляется, но в рамках текущей недельной разметки, посмотрите, пока признака того, что мы пойдем вниз, здесь мы не наблюдаем. Наоборот, настроение наверх. Поэтому любое снижение вниз повод для того, чтобы покупать доллар. Ну вот здесь вот как раз вот может случиться формирование какой-либо структуры. То есть здесь вот структура была пробита вчера, посмотрите. Вот. Сигнал для повод для покупки, да, на дневном графике. Ну, конечно, цена может еще раз присесть и окончательно отсюда уйти наверх. Если же нет, если этого не будет, то тогда пробой предыдущей впадины, предполагать более глубокую коррекцию. И тогда сформируется структура А, Б, С, видите, да? Тогда это еще будет лучший вариант для входа в рынок наверх, потому что цена будет в самом низу. Это дневной доллар-рубль. Часовой график не рассматриваю из-за широкого спреда. Дальше смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк сегодня очень здорово скорректировался. Недельный график. Но я предупреждал, друзья, здесь появился сигнал пробоя предыдущего уровня. Да, это очень знаменательное событие, так как таким образом рынок, вот этот пробой наверх, вот он прокол, он его как бы сделал, то есть перестал быть актуальным. Наоборот, появился сигнал тому, что рынок готов теперь падать вниз. Теперь нужно для того, что рынок готов к развороту, необходимо подтверждение. Это подъем наверх, может быть, даже вот до этого уровня. Не взятие предыдущего шины и возобновление снижения низ, причем вот такого плана, вот такого характера. Либо цена может, конечно, и отсюда сразу возобновить свое снижение низ, пробитием, потому что канал разворотно здесь сформировался. Вот он, восходящий канал. Но я не буду строить такой широкий канал, вот такой вот, да. А давайте построим более-менее такой вот. Видите, вот он этот канал. Вот. И, в принципе, я понимаю, что не соотносится с шириной данного канала, но, тем не менее, прокол был. И, в принципе, не исключая вероятности того, что цена может с любого уровня здесь свалиться вниз. И в этом плане дневной график может быть страховочкой, в плане того, что все-таки коррекционный откат может быть более высокий. Вот. Тем более для этого есть повод. Но только потом уже возобновление снижения вниз. А возобновление снижения низ будем говорить тогда, когда цена, если таким образом скорректируется, не возьмет предыдущую шину и начнет снова движение вниз. Вот в этом плане надо где-то здесь на пике ловить возможность для входа в продажу. С другой стороны, цена может в любую секунду возобновить свое падение. В этой ситуации смотрим часовую разметку. Посмотрите, вот очевидное движение. Видите, да? Весьма выражено очевидное движение. Либо торгуем вот эти мелкие разметки, да, вот они, ступеньки для них отметил. Здесь вот появился сигнал на пробитие опорной точки, поэтому сейчас на часовочке, если цена не обновит эту вершину и отсюда возобновит снижение вниз, то в принципе сформируется разворотный канал вниз. Вот такой вот. Повод для того, чтобы пойти снова в продажу с целью обновления данной впадины. Хотя, с другой стороны, данное движение наверх, которое мы наблюдаем, пока еще не завершилось подтверждением, хотя признаки замедления тенденции наверх уже здесь видно. Да? Но, с другой стороны, и вот к этой вершине, к этому уровню подход для того, чтобы снова встать в продажу, если сформируется разворотная модель. И даже вот к этой вершине, в рамках нисходящей тенденции, тоже повод для того, чтобы встать в продажу. Это уже более высокие разметки, поэтому выбирайте для себя наиболее приемлемый диапазон. Вот. Это вот в плане продаж. Стоит ли покупать? Да, посмотрите, вот в текущем моменте только что произошло пробитие опорной точки. В принципе, это сигнал для покупки. Но это больше против тенденции. Достаточно сложная разметка. Хотя, в принципе, стопы здесь очень маленькие. Можно попытаться здесь купить сейчас, поставить стоп-лосс здесь и ждать вот такого хорошего подъема. В принципе, можно работать в обе стороны технически. Главное, чтобы вход был у вас осознанный и очевидный. Это у нас швейцарский франк. И последнее золото. Золото недельный график ударился в сопротивление. Вот эти две сплошные линии, хотя я их давно построил, но тем не менее, да, эффект залипания, видите, да? То есть, если мы смотрим общую тенденцию, вы видите, что цена, видите, прилипла к верхней границе канала, да? Вот. И не сильно от него отбивается. Это фактор того, что когда-нибудь реализуется эта моя давняя мечта вот этого подъема. И, по-моему, этой мечте уже где-то порядка 2 лет. Да, 1,5 года я строю. То есть это линия у меня.
Жду, что, скорее всего, где-то с каких-то уровней, либо отсюда, либо прямо отсюда, рынок все-таки возобновит подъем, сформировав вот этот разворотный канал. Это золото. В текущем моменте часовая разметка показывает возможность более глубокой коррекции вниз, но вот этот прокол произошел, пробитие предыдущей вершины. Прошлый день закрылся брошенным ребенком в виде волчка, волчок, брошенный ребенок, и рынок побил предыдущую впадину. С точки зрения технического анализа и свечного анализа, повод для того, чтобы встать в продажу, с постановкой стопа за предыдущую вершину. Цель этого падения очень высокая вероятность того, что характер будет такой же, как при подъеме наверх. И тогда здесь мы увидим возможность, возможно, рынок сформирует разворотный канал вниз. Но с другой стороны, вот этот прокол предыдущей вершинки, он должен нас осторожить, так как если цена глубоко не присядет и возобновит свой подъем, то это повод для того, чтобы снова пойти наверх попыткой пробития предыдущей вершины. То есть таким образом рынок демонстрирует нам окончание тенденции вниз и возобновление роста. Крайне осторожно сейчас надо быть с золотом, структуры достаточно сложные. Посмотрите, вот очевидное движение. Здесь вот масса всяких вариантов, можно торговать и эту тенденцию, вот эту тенденцию наверх, вот идет коррекционный откат. Но вход в рынок можно совершать при пробитии опорной точки здесь, текущих уровней. Ну, как это было вот здесь вот. Либо мы торгуем вот этот разворот вниз. Но разворот в данном случае имеется в виду, разворот краткосрочный, вот к этой впадине. Да, вот к этой впадине. То есть может быть более существенная коррекция, но в любом случае все равно буду искать возможность здесь покупать. Сейчас появился сигнал на продажу в виде того, что рынок сформировал разворотный маленький разворотный канал вниз. И причем здесь появился фактор ускорения для движения вниз. Поэтому на 5 минутки можно дождаться слабую коррекцию наверх, если она останется слабой. То есть вот сейчас я вам показываю, да, вот, вот он канал, сформировался разворотный. Видите, вот он фактор ускорения тенденции вниз с пробитием предыдущей впадины. Поэтому, в принципе, здесь можно сейчас ловить третью волну или слабую коррекцию в этой ситуации. Возобновление снижения вниз, повод для продажи. В принципе, можно сейчас продавать, но в этой ситуации надо понимать, что стоп-лосс надо ставить с этой вершины. Вот. Если вы готовы к этому варианту, то, в принципе, можно даже отсюда сейчас ставить продажи. Но я бы дождался все-таки, знаете, более осознанный коррекционный откат в виде канала, да. То есть здесь канала нету, здесь некое подобие консолидации в виде треугольника. Вот. Но все-таки я жду всегда красивую картинку. То есть пусть будет выражена структура в виде какого-то некого канала. Если нет, то ну, значит пропускаю это движение. И только потом встаем в продажу. Это доллар. Золото. И смотрим канадца. Канадец. Так, сейчас отвечу на все ваши вопросы, друзья. Канадец продолжает свое масштабное наступление против доллара. Тут бесструктурное падение, ну просто дикое, конечно, движение, которое опасно тем, что, посмотрите, когда цена таким образом падала, видите, какие могут быть возобновление роста. Вот на это вот, чтобы не попасться на такое движение, торговать, конечно, надо тенденцию вниз, но надо понимать, что можно нарваться на такой откат. Лекарством такого движения против вас может быть только один момент. Входить в рынок, вернее, два момента. Входить в рынок только по сигналам вниз. Это раз. И обязательно ставить стоп-лоссы. Но сигналы вниз я вам показывал. Вот, посмотрите, очередной пробой предыдущей впадины состоялся, да, вот здесь вот. Вот здесь вот. Здесь вот. Здесь сигнал на продажу при пробитии опорной точки с постановкой стопа за вершину. Вот. Вот падение в текущем моменте. В данном случае любой подъем наверх с текущих уровней предыдущей вершины, это повод для того, чтобы где-то здесь встать в продажу. То есть вот здесь вот структуру как таковой мы здесь не видим. Хотя нет, плоская коррекция есть, вот она. Но я вас, те, кто смотрит мои семинары, знают прекрасно, что вот эти плоские коррекции, я их терпеть не могу, не люблю с ними работать. Поэтому для меня это не является поводом, чтобы где-то здесь искать возможность стать продажей. Все-таки пусть будет канал, пусть будет невзятие предыдущей вершины, пусть рынок возобновит новый импульс вниз, и я буду здесь вставать.
Ну, то есть логика здесь принятия решений, исходите вот из этих логик. То есть вот есть выраженный коррекционный откат, вот, вот эти вот пики надо вылавливать, да? Ну и такая подсказочка малая, маленькая, друзья. Обычно перед разворотом по тенденции рынок делает свечку максимально, закрывая ее на самом пике, а последующая свечка делает ее поглощение. Ну вот здесь вот было поглощение, видите, структура поглощения. Здесь было поглощение, то есть максимально почти закрыться, полноценная свечка и его разворот. То есть в этой ситуации одним из таких моментов можно пытаться рискнуть, дождаться закрытия свечи наверх, а следующей свечой его перекрытие, да, то есть поглощение. Вот такая структура. И сигнал для продажи. Ну вот ловите, вот посмотрите, как шпильки формируются перед обновлением предыдущего падения. Такой сигнал вылавливаем и встаем в продажу. Признаков разворота здесь нету, но предупреждаю, друзья, что вот характер вот этого движения говорит о том, что прострел может быть очень серьезно наверх. И вполне возможно, наверное, будет. Есть для этого повод, скажем, сегодня завтрашнее заседание ФРС. Это у нас канадцы. Так, японскую иену разве не рассказывал? Японскую иену. А, японскую иену точно не рассказывал. Давайте японскую иену. Значит, японская иена удивительным образом перестала падать на недельном графике, и усиливается риск того, что вот эта тенденция наверх может возобновиться. Вот здесь вот. Так как здесь сформировался разворотный канал наверх, если цена с текущих уровней все-таки пойдет на пробитие, ну тогда здесь будет для входа в рынок покупку при пробитии опорной точки. С другой стороны, дневной график показывает, что пока вот эта коррекция еще не завершилась, но из-за того, что движение цены здесь бесструктурное, и такой же отскалк идет бесструктурно. Соответственно, предполагается, что движение может быть таким же резким наверх. Вот здесь, посмотрите, сформировался разворотный канал, вот он. Здесь был недобой до цели. Ну и если цена таким же образом не дойдет до линии поддержки, возобновить свой подъем, то, в принципе, наверное, можно рискнуть где-то здесь встать наверх. Сигналы для входа в рынок лучше всего искать в этой ситуации на часовом графике. Часовой график, посмотрите, очевидное движение вниз. Соответственно, нам надо дождаться, чтобы эта очевидность была утрачена. Ну, я имею в виду очевидность для движения вниз. И, соответственно, с этим необходимо, чтобы сформировалась очевидность для подъема наверх. То есть, вот такой же восходящий канал наверх. Для этого необходимо, чтобы цена вышла из ценового канала наверх, попыталась продолжить тенденцию неудачно и возобновила свой подъем наверх. При этом попутно сформировав такой разворотный канал. Либо рынок уже сейчас сформировал такой разворотный канал наверх. Посмотрите, вот только что произошло пробитие. Вот он, канал наверх, потому что, видите, проколы предыдущие. Но мне не нравится, что вот эти три вершинки, они не так динамичны, пробитие не так динамично. И они напоминают паттерн, который называется «три маленьких индейца». Но здесь вот этот вот провал достаточно сложную структуру формирует. Поэтому вот это рядом расположено три добоя, как я их называю, грозит тем, что рынок может свалиться вниз вот таким образом. Тут наверняка дивергенции еще и сформировались. Давайте посмотрим осциллятор. Ну давайте MACD, что ли. Нет дивергенции. Наверное, у меня неправильные здесь параметры. Здесь, по идее, должны быть дивергенции. Да? Ну давайте RSI воткнем. Я никогда не рассматривал индикаторы в качестве решения для входа в рынок, но тем не менее, нет, дивергенса нету. Да? Дивергенса будет по закрытию. Нет, дивергенса нет, друзья. Но тем не менее, технически предполагаю, из-за того, что цена идет в очевидном движении вниз в этом нисходящем канале, соответственно, любой подъем наверх вот к этой вершинке, вот к этой, да, или к этой вершине, или к этой. Это коррекция перед возможным новым падением вниз. Почему именно так? Потому что сейчас, несмотря на то, что произошло пробитие локальных предыдущих вершин, данное движение происходит внутри нисходящего канала. Вот пусть рынок выйдет из канала наверх, тогда значимым уровнем будет являться уровень предыдущего уровня коррекции. Вот. И тогда вот таким где-то образом рынок построит разворотный канал большего масштаба. Ну, в принципе, можно рисковать, конечно, и сейчас, если вы хотите здесь покупать, стоп-лосс ставим здесь в расчете на вот такой разворот. В принципе, для этого тоже есть основание, можно пытаться его взять, это основание. На этом все, друзья. Так, вопросы. Добрый день, на дневке по фунту, по вашему мнению, какая сейчас волна Эллиота, спрашивает Эдуард. О, Эдуард,
Вы задали мне больной вопрос. Я просто перестал его считать, потому что напрочь запутался в этих своих расчетах. Видите, вот здесь вот собрал в кучу вот это дело. То есть, если вот до этого момента, видите, вопросительные знаки сплошные, было все прекрасно, и характер движения цены, и удлинение, и замедление, и движение цены внутри нового импульса. Вот до этого момента все было прекрасно. Здесь наступила вот просто-напросто какая-то, вот, знаете, засада. Я не знаю вот здесь, как строить разметки, что для этого необходимо. Может быть, летчики мне помогут. Но это говорит о том, что вот, посмотрите, вот такая большая недельная разметка. То есть А, Б, С, ну и, соответственно, вот это. Единственное против этого сценария, то, что здесь есть фактор ускорения, и рынок может любую секунду прорвать данное движение вниз. То есть, если будет движение вниз, это в любом случае вот эти три пятерки должны быть сформированы перед разворотом наверх. Либо уже была пятерка где-то здесь, вот, да, вот. Ну, сложно. Вот эта вот пятерка здесь была, да. Вот. Очень сложная ситуация. Вот здесь какая-то вот билиберда получилась. Я просто перестал здесь делать разметки. Но понятно, что волна С, последнее движение, волна С, вот эта волна С, она очень коротенькая, вот эта волна С. По сравнению с волной А, да, вот волна А, она коротенькая. Поэтому, если все-таки рынок решит, что пора вставать наверх, то это будет хороший повод для окончательного падения доллара вот таким образом. Но это вот сейчас как раз мы и стоим на пороге вот этих глобальных событий. То есть очень сложная разметка на недельном графике, поэтому вопрос сложный, не знаю, как сейчас сказать. А на часовке, в связи с тем, что здесь вот из-за того, что вот сложная разметка, вот здесь вот прекрасно реализовалась пятиволновочка, идеально его отработала. Вполне возможно, теперь вот это было АБЦ, это АБЦ. Ну и в то же время, если смотрим четырехчасовку, ну согласитесь, что это вот диагональный треугольник, да, вот он. Скорее всего, вот так, наверное, диагонально. Нет. Ну, опять же, сложно все, очень сложно. Ничего говорить по этому поводу не буду. Вот если вот отсюда может начаться формироваться диагональный треугольник. То есть, если мы берем вот эту вот разметку, то есть, если где-то здесь первая, вторая, пошла третья, вот это была четвертая волна, то есть первая, вторая, третья, пятая, ну и так далее. То есть последняя вершинка перед падением вниз. Ну посмотрим, не знаю. Я не сейчас волны Эллиота не считаю, я извиняюсь. Ну что ж, на этом все, друзья. Встречаемся с вами в 3 часа дня. Сегодня интересный материал по базовым принципам. Кому интересно, присоединяйтесь. С вами был Газизов Марат. До встречи в 3 часа дня.